Здравствуйте, дорогие друзья! Это мастер-класс от мужской компании, и я его ведущий Горов Вячеслав. В связи с тем, что у нас рыбалка сегодня проходила на вертикальные блесна Салма Lucky John, то есть у меня возникло желание провести мастер-класс по вертикальным блеснам. Блесны Салма Lucky John выполняются без всяких гальванических покрытий, а это значит, что они очень устойчивы к истиранию, то есть практически не стирается покрытие. И если у вас покрытие там, в связи с влажным хранением в коробочке вдруг потускнело, то вы можете спокойно там тряпочкой и волоком натереть, и у вас блесна снова будет блестеть. Блесны выполняются по особой технологии и имеют особый профиль, что дает этим блеснам очень хорошую устойчивую игру в воде. Блесны выполняются из трех материалов. Это медь, вот даже я здесь вот покажу, то есть вот эта блесна Салма, вот это сделано из меди. Значит, мельхиор, это белый цвет, и латунь. Вот такого красноватого цвета. То есть это все вот блесны Салма Lucky John. Бывает еще сочетание этих материалов, значит, это двухпластинчатые такие блесны. Это медь мельхиор и мельхиор латунь. Все уже, наверное, наслышаны, что вот блесны, такой эффект блесен создавать слабые электрические поля, что приманивает рыбу. Так вот, именно вот эти блесны, которые сделаны в двухпластинчатых таких вариантах, это медь и мельхиор, и мельхиор, и латунь. То есть вот эти вот варианты блесен создают такие слабые электрические поля, которые приманивают рыбу. В общем-то, и дает хорошие результаты. Но в данный момент вот мы буквально 2-3 часа ловили окуня. У нас была поисковая рыбалка. То есть мы вот использовали вот эти вот блесны, которые выполняются. Кстати, вот подвесные вот здесь вот цепочки. И мы видим, что здесь есть одинарники, такие вот со цветными вставками, и тройники. И даже у нас еще вот был прилов, такой вот чебак у нас. Не знаю почему, видимо, проголодался, чувствует, что весна. Ну, в общем-то, клюнул. То есть вот такие вот блесны. Кстати, для игры такими блеснами, в общем-то, для ловли, мы видим, что не требуется у нас каких-то больших удилищ. То есть у нас обыкновенно это зимняя удочка, в общем-то, лавсановый кивочек. Блесны не тяжелые. Вот видим, что вот это вот у нас сегодня была самая рабочая блесна. Салма двоечка с цепочкой и вот подвесным одинарным крючком. Вот. И у нас даже был сегодня еще и обрыв. Вот такой вот небольшой мастер-класс про блесны Салма Lucky John. Что ж, подписывайтесь на наш канал, и вы всегда будете в курсе рыболовных событий. До свидания, пока!